Здравствуйте! В эфире передача телерадиокомпании «Волна Плюс» на «Волне удачи». Сегодня в студии ее ведущая Екатерина Остапьев, победитель детской странички в нашем еженедельнике «Волна» Лера Щукина. Мы поздравляем ее, благодарим за участие и дарим сладкий подарок от партнера детской странички – компании «Альфа-Окна». А если вы хотите выиграть сладкий приз, отгадывайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. 250 рублей на телефон за правильный ответ мы перевели Тимофею Пыхову. Теперь два приза в конкурсе на детской страничке в еженедельнике «Волна». Сладкий подарок и 50 рублей на телефон. Мы ждем ваших звонков по новому номеру телефона 35525 каждую субботу с 10 до 15 часов. Желаем удачи и приятного семейного чаепития. Мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей». Сладкий приз от фирмы «Декамастер» и фирмы «Сантехрезерв». Первым определим победителя розыгрыша кроссворда. Сегодня в нем участвуют 12 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от «Декамастера». Итак, первый приз достается Валентине Поповой. Поздравляем! Переходим к конкурсу сканвордов. Сегодня в нем участвует 16 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей». Вторым победителем на сегодня становится Галина Скоморощенкова. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 13 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от фирмы «Сантехрезерв». Последним победителем на сегодня становится Владимир Ложкин. Поздравляем! Всех победителей ждем в течение недели в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание объединения «Волна». На этом наша передача подошла к концу. До свидания. Увидимся ровно через неделю.